Всем привет, друзья! С вами Егор. Сегодня я расскажу вам о 5 причинах прийти ко мне на тренировку в зал. Да и вообще хотя бы прийти куда-нибудь на тренировку, хотя бы выйти из дома, выбежать на пробежку. Первая причина – это мотивация, новые силы для достижения своих целей, новое вдохновение. Это то, что вами движет. Первая причина. Вторая причина – это здоровье. Будете себя лучше чувствовать и вы избавитесь от риска возникновения заболеваний различных. Это очень важно, друзья, подумайте об этом. Третья причина. Вы получите новые знакомства, вы получите новых людей в своем окружении, которые будут вас двигать, толкать, развиваться. Подтянутым, бодрым надо быть обязательно, без этого никак. Вы просто скатитесь и ничего толкового в жизни не добьетесь никогда. Четвертый момент. Это питание. Как сказал Великий, мы то, что мы едим. Это очень важно понять. Чипсы или фастфуд. Что хорошего в этой еде? Она мертвая еда. Вы не получаете нужные нутриенты. Я вам расскажу про БЖУ и как правильно питаться, как составить свой рацион гармонично. Пятый момент. Уважение к самому себе. Вы поймете, что вы такой же человек, как и другие. Вы поймете, что вы не хуже других. Вы, конечно, и не лучше других, но вы поймете, что вы не хуже. И будете уважать самого себя. Поэтому вот эти 5 причин – это основные, которые, на мой взгляд, толкают человека заниматься спортом. Приходите. Что, все еще сидишь? Давай быстро напиши и позвони. Ссылки внизу в описании. Так, давай быстро в зал. Быстро в зал, если еще не понял, записался по ссылке, написал сообщение или позвонил.